Hey yo guys, с вами Шмики, и мы продолжим проходить игру по названию Far Cry 3. В прошлой серии мы с вами встретились с Итрой. Она же сестра Васса. Мы выпили какую-то херь. И нас перенесло сюда. Как будто опять на грибы вонючки наступил. Оу. 4 часа. Это... Что? Magic. Можно быстрее, слишком много времени занимает это. Ну, хотя можно посмотреть на вот эти эффекты. Яркий свет впереди. Нихера себе. Вот это галюны. Возьму тебя окровавленным, люблю мясо с кровью. Ты чего такой неласковый, а? Окей. Ты так близок к концу. Это наш главный герой. Заканчивай! Теперь здесь? Хочешь работать на меня? Выполняй мои правила. Окей. Мы с вами ходим под водой, мы выпили какую-то херь. Так. И что-то нас ждет впереди. Ножик. Вау. Собирайте растения и изготовляйте снадобья, увеличивающие ваши возможности. Ну, для охоты у нас есть, в принципе, на один раз. Дышать под водой тоже могу. Мне сделали еще одну линию татуры. Я видел друга. Мне новые способности сейчас знали. Откроются. Вот почему я не мог тогда их прокачать. Я пошел за человеком в белом костюме. Я видел трущобы и бар. Было темно, и грязно, и опасно. И старинный нож? Да, старинный нож с украшенным лезвием. Откуда ты знаешь? Ты говорил во сне. На востоке, на территории пиратов, есть трущобы. Ладно, значит, не туда. Трущобы большие. Как будешь искать нож? Просто. Начну с человека в белом. Окей. Ну, прежде чем начнем, давай посмотрим на навыки. У меня 7, можно сказать 8 очков навыка. Но все еще закрыто. Вот мне набили вот эту херь. То есть это первая глава, вторая глава. Это третья будет. И заключаешься. Окей. От падения. А где падение у меня? Меньше урона от падения. Не понял, где оно. Меньше урона от огня. Меньше повреждений. Не ясно. Мне это не ясно, не ясно. Можно в 2 раза больше получать хири. Блин, нужно миссии выполнять, короче говоря. Все, поехали. Привет. Здоровчик.
У вас 7 очков навыков. Да я знаю, на что их только тратить. Надо тоже прис... Ладно, давайте вот это вкачаю. Окей. Изнанка города. Я еще опнулся? Нет. О-о-о-о-о-о. Мне дали все-таки. Все, убийство. Окей. И это плевать. Быстрый подбор, да. Ловко, быстро перезарядка дробовика и все такое. Чтобы убить врага, стоящего выше над головой, окей. Так. Окей. Суицидник. Больше миссий нужно выполнять. Восстанавливали повреждения ячейку, и так это было. Так, так, так. Мне вот это вот нужно. Двигайте быстрее. Опытный лучник. У меня еще 2 есть. 3, если так считать, что у меня еще появится. Ладно, лук. Руку. Нужно еще дыхание под водой сделать. Вот, подождите. Урон меньше получаю от падения. Ну хотя нахер он нужен, с одной стороны. Дышание под водой, это мне поможет как раз артефакты собирать. Так, все. Время 7 минут только прошло, поэтому мы идем с вами за вышкой. А, я понял. Найс. Ломаем структуру. Так, захватываем ванпост, короче, и захватываем второй ванпост. Где мои гранаты? Очко навыка. Цитра Толугамай. Мне так и не удалось попасть в главный храм. Информацию я получу из сплетен... из разговоров с местными. Ее называют богиней войны. И она красавица. Я знаю, что она постоянно ставит палки в колеса. Васу. Васу, Хойту и их пиратам. Рекви. Путеводитель, еще что-то. Люди. Все. Аванпосты, охота за головами, сбор припасов. У нее навыков сколько? Опа, у меня этот открылся. Но это бесконечный бег, он мне не так нужен. Ну, считайте, что уже почти все открылось. Я сейчас руку прокачаю в следующем. Ну, блин, нужно будет еще лук прокачать. Ладно, посмотрим, как оно будет все у нас выглядеть. То, что у меня только 2 гранаты, почему-то. Вот это плохо. 2 гранаты, это плохо. А, ладно, куда, как мне пойти правильней будет? Вот это вот вопрос, потому что сейчас не туда пойду, придется целую гору обходить. Ладно, давайте с этой стороны. Ладно, они не на меня не нападут, я думаю.
Так, готово, готово все. Ладно, чисто для продажи. Шкуру возьму ихнюю. Бля, придется здесь как-то взбираться. Оп. А здесь крутой склон. Тихо, тихо, тихо. Собери шкура. Тихо. Попробуем эту атаку. Я не понял, ну ладно. Но я все равно не понял. Так, все, нашел подъем наверх. Все, автоподбор вещей, все хорошо. Бегите, свинки, бегите. Давай, автоподбор, ладно. Здесь такой не работает. Блин, мне микрофон, как бы я громко говорю, ну... Нормально говорю, ладно. Не громко, не тихо. Так, вышка, поехали. Спуск как раз туда. Что у нас в той стороне? Блин, мне аванпост нужно будет захватить. Тихо. Змея. Ой, время прыгать, лазить. Раз. Давай, в прыжке. Оп. Так, здесь. Прыгать, что ли, придется? Я не вижу, за что я могу захватиться. Так. Так, 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 так. Здесь я в тупике. А, не. Ладно. Слишком стало здесь трудно сбираться. Ой, тихо. Ничего, я внизу ничего не забыл. Ящик там был какой-то. То ящик был, но не для меня. Так, все, поднялся до верха. Захватываем два ванпоста. Так, ящик. Так, бесплатное оружие. Ну, я, скорее всего, уже все орудия открыл. Кроме тех, которые можно получить за выполнение миссий. Так. Блин, походу поменялось. Херово. Японский разбитый самолет. Так. Баги, это машина. Так, это задание. Ай, опять, да ё-моё. Сломалось. Так, эскейп. Прокачка воздух. Я хотел прокачать здесь, здесь, здесь руку. Нет, не руку. Арбалет? Не арбалет, это вообще... Дышание... Так, без глотка воздуха дольше. Или убийство сразу двоих. Шприц. Будем дышать под водой дольше. Так, мне нужно в ту сторону. У нас только два пути. Либо туда.
либо больше никак. Ладно. Сделаем тогда так. Чел, я тебе помогу тогда. Оу. Окей, я тебе точно теперь помогу. Надо перезаписать. Да, окей, поехали. Ой, это ж херовая машина. Пожалуйста, только не переворачивайся. Нет, нет, нет. Ладно. Ладно. Тихо, тихо, все хорошо. Едем, едем. Тихо, тихо, я понимаю, тяжелая дорога. Тупые камни. Тихо, тихо, так. Финиш, вижу прям. Все, 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 все. Готово, все готово. Готовы как раз два сундука. Нужно будет... Привет, друг. Готово. И как я далеко? А я очень далеко. Тогда нам придется идти сюда. Она уже ближе для нас стала. Блин, нужно было сначала зачистить аванпост, потом уже с этим делать что-то. Так, здесь пещера была показана, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Да? Пещерка. Ладно. Где моя пещера? Она должна быть тут. Я помню, что она была тут. Где-то побережье было. Чёртовы жуки! Я хочу попытаться убить вот быстро. Блин, ладно, не понимаю, все равно. Опа. Сейчас увидит трупики, да? Ну да, так оно и есть. Кто бы это ни был? А чё они сюда бегут? Они меня увидели. А, так вы на цацарок напали. Не хочу с ними драться, нет. Нет, 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 нет. Все, я просто бегу вперед. Нет, отстаньте от меня. Вы мне уже вообще не нужны. Дождик проливной. Дождик проливной. Так. У них есть снайпер, хорошо. Ух. Чувствую, это будет сложнее, чем прежде было. Хотя, кто его знает? Ладно. Отключить сигнализацию. Она снизу. Их двое. Короче, отключая сигнализацию, можно с ними будет нормально разобраться. Меня тошнит от этого места. Весь чертов остров... В спину зайду. Тихо, тихо, тихо.
Да, я быстрее на ногу передвигаюсь. Главное, чтобы... Главное, чтобы вот это передвижение было бесшумное. Сделай все красивенько. Так, осталось трое. Один на высоте, двое снизу. Попытаюсь не поднять тревогу. Можно ли как-то к ним подняться? Чел. По крышам? Кажись, только по крышам. А, блядь, не по крышам. Главное не поднять тревогу. Главное не поднять тревогу. Готово. Тихо, зачистка 1500 готова. Да? 1500 опыта? 1500, да. Освобождение и не обнаружен. Вот так нужно все выполнять. Тихо и практически. Так, ладно. Сюда еще вернусь. Следующий аванпост у меня находится хер знает где. Ближе туда сходить. Ой-ой-ой. Ладно, поехали. Ладно, нет. Где вообще у меня миссия? Миссия у меня здесь находится. Значит, идем к вышке. Освобождаем две вышки еще. И заканчиваем серию. Может даже меньше. Только освободим вышку и все. Потому что время уже у нас подкарауливает. Осталось 10 минут. 3 минуты добежать, 4 минуты подняться и быстро активировать, и все. Плюс, если взять расчет то, что мне еще целых 500 метров бежать. По прямой, если так брать. А в косую главное, чтобы я не сдох. Так, ладно, на клеточку у меня трехенится. Херовая зона пошла. Так, а ближе территория же есть еще? Можно сюда пойти, но она ближе для меня, ближе всего. Можно будет ее активировать, а спуститься вниз, тогда резко побежать вниз. Тогда снизу мы и начнем в следующий раз. Мне нужно будет еще перезапустить игру, чтобы работала нормальная мини-карта. Проблема в том, что у меня та же проблема. Готово, побежали далее. Что мини-карта ни туда ни сюда не работает. Вам посрать, побежали. Главное не напороться на медведя или льва. Если на то пошло, лучше дробаша возьму. 18 запасных патронов.
Радиовышка там, значит, мне нужно на гору как-то забраться. Заберусь на гору, потому что там я тогда не смог подняться. Здесь где-то тропинка должна была быть. Изначально. Кажется, я ее даже нашел. Нет, нет. Давай, 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 давай. Оп. Готово, все. Фух, теперь я доберусь до без приключений. Вот такой я прицел купил. Да, я думал там с точечкой. Блин, ладно, придется перепокупать дробаш. Ну, этот прицел. За 300. Все, меняем оружие, чтобы быстрее бежать. Эх, чел, чел. Один бакс, серьезно. Так, что-то есть? Привет. Реликвия. Только эти два хилят, ё-моё. Значит, мне придется все-таки прокачивать хил. Пипец она, зараза. А они что, смотались? Нет, вон. Сейчас я их сниму тогда и полезу. Без проблем, чел. Он сам захотел, чтобы я его застрелил. По таймингам. Так, вон аванпост, последний, который... Сейчас вот бы договорился. Пришлось бы заново сюда шить. Так. Так, вперед, вперед, вперед. Выходи, выходи, где бы ты ни был. А, я понял вас. Тихо, 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 тихо. Зачем ты так делаешь? Подкаты делать зачем? Тихо, тихо. Паркурист. Оп. Так сразу, потому что я сюда уже не вернусь. Я надеюсь, если я ничего по пути не потерял. Оп. Фух, ладно. Ой-ой-ой. Еще один ящик. Так. Давайте, что вы мне покажете? Угу, пещера еще одна. Здесь я был. Баги. Манит вернуться обратно. Ай-яй-яй, поехали обратно. Обратно, обратно, обратно. И я хочу баги. Я еще на этом транспорте не катался. Так, давай. Баги. Баги. Баги скоростной внедорожник, на котором богатые островентяне любят кататься для развлечения. Потом для развлечения на нем стали кататься под трупом самих богатых островитян. Эти легкие машины идеально проходят для езды по самым сложным участкам острова.
изи. Блы-блы-блы-блы. Так, ладно, что у нас есть по-быстрому? Тогда дойти до аванпоста, его зачистить и все. И сохраниться. Не забыться. Так, главное сейчас не навернуть себе шею. Нечаянно так. Ладно, поехали. Оп. Можно просто сделать фаз-зачистку, да и все. Так, все, я уже в спине у них. Можно, в принципе, здесь и сделать зачистку отсюда. Так, сохраниться могу. Сохраниться могу. Поехали. Я не хотел стрелять прямо в этот. У него коктейль Молотова там был. Вон горит, бежит. Ладно, приеду к вам. Тихо. Я тебя зарежу! Все, а как вы ко мне залезете, а? Упри. Ой! Черт, не попал. Так, граната-то плохо. Но они меня плохо оглушают, ладно. Фаз-зачистка, так фаз-зачистка. Ё-моё, попытайся еще так попасть. Да, ё-моё. Он там за деревом. В голову. В голову. В голову. Зараза. Я? Давай. Готово. Серьезно, мне теперь бежать за тем? Да ладно вам. Чел, вот ты меня сейчас вообще подставил. Взял, умотал хер знает куда. Пипец. Теперь из-за него ходи. Ладно. Зараза ебаная. Реалистичность. Максимум. Ну, меня обнаружили, поэтому вот так вот. Чертов. Зараза. Да. И сохранюсь тогда здесь, и мы закончим. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.
И прочтем, что здесь у нас. Возьмем, купим боеприпасы для снайперки. Всем удачи, пока.